То, что с волосами играешь? Косы хочешь заплести, Полине? Или гнездо вьешь? Непонятно. Или ты Тарзан? Тут тоже поднимем. Не получится, он слишком тяжелый. Все, все? Нет? Тош, что ты там делаешь, а? Что он делает? Они, наверное, у него в лапах застревают, а он потом своими лапами занимается. Итак, друзья, попугайчик наш будет сейчас передавать приветики. Итак, условие предыдущего видео было первые 10 комментаторов. Итак, начнем. Ну и так, давайте приступим к приветикам. Тоже передает, значит, последнее видео мы открыли. Волнистый попугай, самый умный попугай. Так, открываем комментарии. Нажимаем самые новые. А вот Тоша сейчас сел как раз передавать приветы на камеру. Тош, мне тяжело держать камеру. Ты что? Ну как? Так, смотрим, что новые. И мы идем вниз, ищем 10 первых комментариев. Как я и говорила. Будем передавать приветики. Итак, первый. Мотор Депо ТВ. Вы, конечно, меня извините за Тоша. За английский. Английский я не изучала, поэтому могу неправильно произнести. Вот видите, Тошин хвост. Вот так он жаждет вам передать приветики. Итак, первое. Мотор Депо ТВ. Второе. Терафикс. Ну, Тошин хвост. Так, второе. Третье. Что-то ТВ. Алина Грис. Это четвертый, да? Пятый. Ника Савастьянова. Тут тоже мне мешает, поэтому могу не увидеть сразу. Мои пернатые друзья. Приветик. Оксана Герман. Приветик. Анастасия Попова. Так, ну давайте посчитаем, сколько я уже насчитала. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Значит, еще 2. Наталья Никитина. Тоша. Наталья Никитина, привет от Тоши. Так, ну да, это вот следующий комментарий уже мы передавали. Приветик, знаешь, поднимаемся выше. Ива, тоже передаем приветик. Так что, друзья, передали всем первым 10 человекам приветики. И слушайте наши новые условия для розыгрыша приветиков. А на следующее видео, дорогие мои, у нас будет такой розыгрыш. Для этого надо написать комментарий, самый интересный, про попугайчика. Либо вашего, либо моего. Просто комментарий интересный про попугая. Первое условие.
Второе условие. Написать ссылку ВКонтакте, если вы зарегистрированы. Если в какой-то другой социальной сети зарегистрированы, пишите ссылку этой социальной сети. И третье условие – сделать репост этого видео именно в ту сеть, где вы зарегистрированы. Если это ВКонтакт, значит репост ВКонтакт. Если это Одноклассники, репост Одноклассники. Выигрывает, давайте знаете кто? Первые 5 человек я передам приветы. И самый-самый интересный комментарий про попугайчика. Но это уже на мое усмотрение, дорогие мои, который мне понравится. Самый оригинальный комментарий про попугаев. Любых попугаев. Своих, друзей, моих. Итак, еще раз повторю условия конкурса. Первое. Написать комментарий под этим видео. Самый оригинальный про попугайчика волнистого. Второе условие. Сделать репост этого видео в социальную сеть. Третье. Написать в этом комментарии ссылку на вашу социальную сеть, где будет распространяться этот репост. Репост, если вы не знаете, это имеется в виду поделиться этим видео. Под каждым видео есть такая дорожка, там написаны все социальные сети, да? Ну, я думаю, многие из вас знают. Так что вот такие 3 условия. Эти условия я еще раз напишу под этим видео. Всем удачи, всем пока!